Снаряжение холостого патрона, дымным порохом, белый медведь. Вот порох. Гильза нестреляная, Нобель Спорт. Не знаю, будет видно, не видно. Зеленый капсуль 688. Мощный, как говорят. Засыпаем 4,5 грамма пороха. Перебор. Все равно перебор. Четыре пятьдесят один, нормально. Так. Прокладки на порох картонные, 1,5 миллиметра толщина. Возьмем две. Раз. Два. Вроде ровно. Теперь пыжи. Пыжи ДВП 10 миллиметров. Думаю, три штучки сюда пойдут. Раз. Два. И три. Так, высота у нас почти под звезду. То, что надо. Теперь берем матрицу под звезду. И будем формировать наш шалашик. Так. Стоп. Как всегда забыл, нужно поставить вот эту штуковину. Вот он, шалаш. Как его называют. Так, берем вторую матрицу и зажимаем уже звезду. Смотрим, что получилось. А получилась вот такая штука. Теперь для использования в полуавтоматических винтовках и помповых непереломных нужно сделать скругленные края. Для этого матрица 3. И тут немножко переборщил, но суть понятна. Все. Холостой патрон готов к Новому году.